Ну что тебе сказать про Сахалин? Ни для кого не секрет, что моей родиной является остров Сахалин, крупнейший в России. Так вот, разработчики одной из самых ожидаемых игр 2022 года Atomic Heart показали видео с маяком Анива, который расположен на одноименном мысе в юго-восточной точке хвоста острова. Почему хвоста, спросите вы? Все очень просто. Потому что остров выглядит на карте как рыба. На небольшом отрывке из игры показаны виды узнаваемого маяка Анива в окружении так называемых дров, летающих роботов. Внутренности самого маяка не демонстрируют, но видно, что к нему ведет металлический переход, что отличается от реального положения вещей. Маяк Анива является не только самым оригинальным и сложным техническим проектом периода Карафута, когда южная территория острова Сахалин принадлежала японским властям, но и выдающимся мировым достижением в практике маячного строительства того времени. Он был установлен в 1939 году на небольшой скале Сивуча возле труднодоступного скалистого мыса Анива. Этот район изобилует течениями, частыми туманами, подводными каменистыми банками. Японское название мыса Накасира Этока дало первоначальное название и маяку. Позже он был переименован. Автором проекта является инженер Синобу Миура, выпускник технического колледжа префектуры Канагава. Строительство маяка продолжалось чуть больше двух лет, с июня 1937 года по октябрь 1939. Для установки маяка верхняя часть скалы Сивуча была срезана, но полученная площадка была недостаточна для него. Часть скалы нарастили путем бетонирования. Маяк представляет собой круглую бетонную башню с небольшой боковой пристройкой. Башня имеет 9 этажей. На цокольном этаже располагались дизельная и аккумуляторная, на первом кухня и продовольственный склад. Второй этаж – радиорубка и аппаратная. Дальность действия маяка составляла 28 километров. С 1990 года постоянных работников на маяке не было. Его переоборудовали в атомный на радиоизотопном термоэлектрическом генераторе и работал автономно до 2006 года. Тогда изотопные установки были сняты, а маяк был заброшен и разграблен мародерами. На данный момент маяк находится в аварийном состоянии, но это никак не мешает проводить морские экскурсии. Вам предстоит пройти на лодке вдоль побережья порядка 38 километров, что по времени составляет 1,5-2 часа. Пока монтировал ролик, узнал, что одним из миров в сюжете Atomic Heart является завод Сечина, который располагается на Сахалине. Там будет находиться научный центр морских млекопитающих, где разводят китов для добычи полимеров из их мозга. А также в феврале разработчики обещали трейлер-анонс. Ждем выхода игры. А вы ждете? Дайте знать в комментариях. Обязательно подпишитесь на канал. Всем спасибо за просмотр. До скорых встреч.